Всем приветики. Купила себе, значит, такую вот заглушку для аудиопорта. Вот она как бы. У меня уже одна есть. То есть вот она стоит как бы в телефоне. Но дело в том, что она просто заглушка как бы без ничего. Просто заглушка. Она просто заглушка, без ничего. Закрывает порт, защищает от пыли. А вот та, которую я купил, она получается, вот она. И в ней штырек для того, чтобы вытаскивать, открывать слот с сим-картами. Вот. Пришла она в таком пакетике. Вот просто она лежит вот в такой вот... В пакетике с защелкой и положили ее в такой пакетик. Это пакетик с пупыркой. Вон он. Но то, что мне не понравилось, то, что его просто кинули так вот в почтовый ящик. А у меня он не закрывается. То есть любой мог идти так вот мимо. Увидеть, что у меня там что лежит, забрать и уйти. Это меня очень расстроило, как бы. Но хорошо, что я успел. Вот, значит, моя, как бы. Заглушка более лучшая, чем у меня есть сейчас, потому что в ней есть такой вот штырек. И этим штырьком можно открывать слот для сим-карт. Можно, кстати, проверить. Вот он слот. Так. И этим штырьком можно открыть. Так, там в комплекте с телефоном есть специальная шпилька, но ее же с собой все время не будешь таскать. А вот эту вот штуку можно как бы и с собой таскать в слоте для наушников. Вот мы вставляем, получается. И нажимаем. Вот и все. И открывается у нас слот, получается, для сим-карты. И вот можно достать. Вот, можно достать. Блин, фокус. С фокусом тут, конечно, проблема. И вот он как бы наш слот, заполненный сим-картами. Ну, доставать можно не доставать. Главное, что оно открывает. И как заглушка, в плане как заглушка, сейчас посмотрим. Ну, то есть, открывает, мы проверили. А вот как заглушка... Сейчас посмотрим. То вот получается сюда вставляем. Если он получается еще такой вот. Не знаю, видно будет, там не видно. А, в общем. Тут сверху такая, типа, ровненькая поверхность слегка. Как матовая такая. Вот, потом. Потом, что по бокам. Такой, типа, кантик. Блестящий. И резиночка. Здесь сам штырек, здесь такая резиночка. То есть такое углубление здесь посередине небольшое. И потом обратно становится такого же размера, как было, и резиночка. То есть, чтобы зафиксировалось там оно. Вот. Так. И тут у меня уже телефон включился. Так. Вот. И здесь, получается, мы вот сюда вставляем. Ну, вроде нормально. Вот оно зашло, как бы, телефон. Вот. Вроде нормально. Оно и там до конца зашло, и вроде бы не выпадает. Но оно чувствуется, что вот даже тянешь, оно не так просто вытягивается. То есть, ну, нормально. И тянешь. Ну, да, если немножко усилий надо приложить. То есть, таким образом... Такая заглушка, помимо того, что защищает вот этот вот аудиоразъем от пыли. Вот он, аудиоразъем, так он открыт. Туда может пыль попасть. А так получается, мы вставляем туда заглушку, и туда пыль уже не попадет. Но при этом у нас, помимо того, что это как заглушка идет и защищает от пыли, это еще будет и как возможность достать сим-карту, потому что вот у меня бывает такое, надо, например, достать сим-карту,
И сразу ищешь поблизости какую-нибудь иголку там. Но иголки плохо, оно как-то не очень. И ищешь, это как его называют? Скрепку. А так уже не надо будет искать, потому что у тебя самого уже есть этот штырек с собой в комплекте. Вот я именно из-за такой особенности телефона, что у него есть этот слот для того, чтобы доставать сим-карту. И взял. Такой вот он. Просто не знаю, видно там, не видно, как бы. Вот так вот он выглядит. Просто здесь еще из-за фокус плохо работает, поэтому надо как-то что-то подложить, чтобы оно смогло поймать фокус. А с этим еще хуже. Вот, по-моему, мне кажется, вроде видно или нет, как оно все выглядит вообще. Тут такая вот штучка блестящая, типа такая переливающаяся блестящая, серебряный такой кантик, ну не серебряный, а просто такой как бы типа посеребренный. Потом здесь такая вот углубление небольшое, вот здесь вот скос такой получается идет, потом по бокам идет такое ровненькое углубление, обратно идет та же, на ту же длину возвращается. Здесь видно, там как раз эта вот штука, которая разъем, который нажимает, потом резиночка, и вот сама такая вот штука идет. Ну то есть нормально. Нормально. И даже вот если вставить сюда и попробовать одеть чехол, то как оно в чехле будет? Будет ли оно мешать или не будет оно мешать? Сейчас посмотрим, как оно там будет вообще. Так, как оно в чехле смотрится? Да вроде нормально. Вот оно в чехле так стоит. Ну, чуть-чуть выпирает. Если вот это вот как бы было полностью там спрятано, как бы, и особо ее не видно было, а вот то... Ой, как мне тут не нравится автофокус. И она как бы вот такая скошенная по бокам. То это она ровная по бокам получается, она везде ровная, поэтому оно видно по, то есть так по высоте, но вроде как не особо заметно, что оно выпирает, практически доходит, а вот края он и не выпирает, видно с этого края, с того края он и, поэтому она чутка видна, но если касаться вот так вот чехла, потому что это как бы резиновый чехол, а вот сами вот крышки, до них оно не доходит, как бы. Ну, то есть нормально. Так вообще его и не видно даже. Вот. А если бы края были скошенные, как вот, вот здесь вот, то тогда и видно бы тоже не было бы. Вот здесь как раз такое скошенное, как раз там не видно, но здесь. Ну, главное, что есть шпилька там такая, которую можно открывать. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.